По-моему, спортом вообще не важно заниматься. Важно заниматься физической культурой. Для здоровья очень полезно. А вы сами занимались спортом? Да, я занималась. Я занималась спортом, когда училась. Чтобы здоровым быть. А еще? Чтобы в форме себя держать. Чтобы не было такого живота. Здоровье, чтобы было крепким. Ну, мысли чистыми. Чтобы было крепким здоровье, настроение было хорошим. Ну и время проводить приятно. Например, с семьей, да и даже самому, катаясь на велосипеде или на лыжах. Я считаю, что очень важно заниматься спортом, особенно в подростковом, детском возрасте, что это очень развивает гармоничную личность. И, во-первых, учит порядку, планировать свой день, заниматься, ну, плюс если это какой-то командный вид спорта, то находить друзей, естественно, это очень полезно и для роста, и для развития. Я спортом занимаюсь с 3 лет. А каким? Художественная гимнастика, фигурное катание, лыжи. Мне будет 40 лет через несколько дней, у меня будет скоро 5-й ребенок, и еще у меня 3 внука. Я думаю, наверное, похоже, что я занимаюсь спортом. В первую очередь это для здоровья важно, вот, для долголетия, так сказать. Вот. Ну, а второстепенная причина – это уже, ну, внешний вид, чтобы нравиться и себе, и окружающим. Я хожу в фитнес-клуб, сейчас скажу, в один 19 лет, в другой 5 лет. Конечно, это важно. Это здоровье, красота, долголетие, осанка, позвоночник, мышцы, я не знаю, кости, суставы, радость, эмоции, хорошее настроение.